Новому скверу нет еще и года. Столько гостей сразу здесь было только на его открытии. Теперь каждый будний вечер эти дорожки и площадки будет оглашать детский смех. Заниматься с детьми будут специально обученные в школе вожатых аниматоры. У нас была и психология. Как определить, ребенок старший или младший, например, в семье, чтобы знать, с какой стороны к нему подойти и как его настроить на нужную волну. Также у нас нам рассказывали, как правильно даже делать селфи, чтобы это было интересно и детям. Дети любят фотографироваться на самом деле. Поддержали аниматоры и активные местные жители. В течение учебного года они самостоятельно устраивали в сквере различные мероприятия для детей. Каждую субботу мы проводили для детей различные, ну даже не хочу сказать слово мероприятия. Мы читали там сказку «Маленький принц», делали викторины. То есть просто для людей. Кто придет, тот и будет. Это было движение души нашей, да, то есть это было абсолютно искренне, и мы формировали сообщество. Теперь сообщество неравнодушных жителей с удовольствием поможет аниматорам-волонтерам. Чем можно занять детей летом, представили многочисленные городские секции. Тут и лепка из соленого теста, и безопасные химические опыты, и кукольный театр, и туристический кружок. Все площадки активности оценил глава Сочи. Анатолий Пахомов сфотографировался с ребятами на памяти, не удержался. Попробовал свои силы в аэрохоккее. В Сочи этим летом открылись 146 так называемых площадок нашего двора. Для каждой разработана своя программа, и спортивная, и творческая. Они должны, наши волонтеры, стать и затейниками, и тренерами, и спортсменами, и чемпионами. И, конечно, сделать все, чтобы вы тоже стали таковыми. Я буду обязательно к вам приезжать, смотреть, как организовывается эта работа, и буду очень рад, если вам будет здесь интересно. Сочинские площадки нашего двора работают 6 дней в неделю, с 17 до 20 часов. Полный список адресов размещен на сайте городской администрации. Раз, два, три!